26 августа в 1:00 Никиту Мохова разбудил телефонный звонок. Его бабушка, живущая по соседству, сообщила: прямо под окнами горит автомобиль. Долго не думал, выбежал на улицу, начал тушить пожар. К нему присоединились и другие неравнодушные жители. Около 12 подъехал вот этот автомобиль, у него задымилось днище. И потом началось возгорание. Соответственно, потом пламя начало перекидываться на соседние автомобили. Еще две машины выгорело полностью. И еще две машины пострадало. Схватил один огнетушитель из дома, один схватил из машины. Ну, вот из соседнего дома прибежал сюда. Но тут же пламя, конечно, было разгорелось очень сильно. Не только тушили пожар, но и отодвигали припаркованные автомобили от очага возгорания. Переживали, огонь может перекинуться на многоэтажки. Но этого не произошло благодаря местным жителям, которые, рискуя жизнью, справились с пламенем. Они стали осиживаться дома и пришли сразу на помощь. Поэтому мы гордимся такими людьми, как вы, которые живут в нашем округе. И в память о том событии, о том, что вы сделали, хотелось бы сегодня вручить вам благодарственные письма. В социальных сетях неравнодушных жителей Немчиновки уже прозвали героями этой ночи. А они уверены, ничего особенного не сделали. На их месте так должен был поступить каждый. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».